Представители общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому округу поздравили женщин-ветеранов органов внутренних дел с предстоящим праздником 8 марта. В их числе Евгения Ганина, прослужившая в полиции около 30 лет. Почти все это время в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска. Закончила карьеру в звании подполковника. В органы внутренних дел Евгения Алексеевна пришла вслед за супругом и ни разу не пожалела. О тех годах рассказывает неохотно, но в уютной домашней атмосфере упомянула, что принимала участие в раскрытии преступлений. А какая-нибудь интересная история может быть? Нет, солнышко, истории тут не распространяются. Их очень много было. Все засекречено. Их было, видимо, очень много, поэтому, конечно. История – это непрофессионально. Общественники поблагодарили пенсионерку за плодотворные годы службы и подарили букет самых весенних цветов – тюльпанов. Пожелали здоровья и солнечного настроения. Огромное ей спасибо, что вот такие были и есть женщины. А всех женщин Ленинского городского округа от общественного совета при управлении внутренних дел Ленинского городского округа. Женщины дорогие! Вот в наш, к сожалению, подъемный век, даже независимо от возраста, желаю только здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Интересное общение выдалось и с другой виновницей торжества, экспертом-криминалистом Ленинского ОВД, полковником милиции, прокуратуры и следственного комитета Ниной Сапуновой. Ее трудовой стаж более 40 лет. Сейчас женщина на пенсии. Всех ваших матерей, бабушек, жен, всех с 8 марта. Представители совета при ОМВД получили массу впечатлений от общения с такими интересными женщинами.